Приветствую всех на своем канале. Ходил вчера в Сбербанк, хотел 5 рублей попросить. К сожалению, монет в количестве не было. Может быть, потому что суббота, она не захотела кассировать ее на склад, там где-то они приносят откуда-то обычно. Вот, в кассе не было, поэтому дали 10 рублей, 400 штук на 4000 рублей. К сожалению, перебор оказался не очень урожайным, но что имеем, то имеем, как говорится. 2009 год, было всего лишь 9 монет из 400, то есть 2 монеты штемпель 1-2А, 4 монеты 1-2Б, 1 монета 2-1А и 2 монеты 2-2Б. Редких, к сожалению, очередной раз не попалось. Так. 2010 год, СПМД, рядовые монеты все, количество 5 штук было, 2,51 штемпель, все пойдут в оборот, конечно. Московский монетный двор, 2010 год, количество было 31 монета, штемпель 2,52, 19 штук. Сразу его как бы отсеиваю, а потом вот 2-3 просматривал, их всего было 12, и все они оказались штемпель А. То есть там, где листик нижний доходит до второй вертикальной линии. Попалась одна монета вот с 2,52 в таком вот состоянии. В принципе, наверное, вот такие монеты, единственное, что я отложу с этого перебора, достаточно близкий штемпель, с минимальным пробегом, скажем, для этих монет они очень быстро портятся. 2011 год, 73 монеты, штемпель 2,3А 48 штук и штемпель 2,52А 25 штук. Также монета, которую стоит отложить, это вот в таком вот сохране. Даже несмотря на то, что это рядовой штемпель, ранние года, они интересны всегда. Интересно то, что 2011 года не попалось ни одной монеты штемпеля 2,2А. Это рядовая. Не говоря уже о нечастой. Вот. То есть свои какие-то нюансы, видимо, региональность тоже, даже простых монет. Как всегда, масса 2012 года из 400. Это 3/4 где-то, вот 107 монет. И все они 2,52, рядовой штемпель, тоже монетка в остаточном коррекционном состоянии, как бы я назвал. Я ее оставлю. Такие оставляю все. Особенно со старым типом орла, с этим вот гербом. 2013 год, 23 монеты. Штемпель 2,52А все. Также одна монета из уцелевших блески. Немножко. Похуже, чем те предыдущие. 12-го года, все же оставлю. 2015 год. Немногочисленное количество монет. 16 монет. Штемпель 2,29 и 2,52,7 штук. Так, 2016 год. 24 монеты, все 2,52А, само собой, собственно. 2017 год, здесь 42 монеты, тоже 2,52 все. Ничего не оставляю, все в оборот пойдут, однозначно. 2018 год, здесь у нас также примерно столько же, как и в 17-м, на одну монетку меньше, 41 монета, тоже все в оборот. Анцевых каких-то там потрясающего состояния, ничего не попалось. Так же, как и браков никакого года, ничего ни раскола, ни половину, ни полного, ничего, ни поворота нормального, ничего. Незначительные поворотики, но они никому не интересны, я их даже не откладывал. Так, 2019 год. Сколько же тут было монет? Их особо тоже немного бывает, а как правило, здесь всегда доминируют предыдущие года.
количестве получается 23 штук. Ну, я некоторые тут вот, даже в леске их уже не оставляю. У меня их количестве в хорошем, в идеальном, превосходном состоянии. Ну, одну монету вот оставлю. Хотя она, в принципе, с точками. И, наверное, тоже пойдет тоже в оборот. Темнеть уже начинает. 2020 года было аж 6 монет. Ну, к сожалению, все рядового штемпеля А1. Вот. Хотя сначала показалось, что, возможно, положение знака отличается. Ну, сколько не вглядывался, потом не всматривался. В принципе, размер изображения у них одинаковый по аверсу. А у редких нечастых монет он уменьшен. Поэтому вижу, что все, штемпель А1. Ну, в принципе, 2020 год я, может, даже оставлю, но не такие вот, которые вот уже портиться начали, да. Потому что они не часто попадаются, в принципе, в обращение, может быть, пригодятся там где-то положить, хотя тут все, в принципе, как говорится, относительно. Рядовые монеты, они никому не нужны, по сути. В таком превосходном состоянии, там, с годами. Вот такой перебор. 2021 года ни одной монеты не было. Ни старого, ни нового. Аверса, реверса, вернее, ничего не попалось, поэтому вот то, что есть, то и показал. Без подписи, без статистики, просто вот 400 монеток, 10 рублей в середине января вот, в Брянском Сбербанке. До новых встреч, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, пишите, что кто находит по 10 рублям. Все ли нашли всю линейку 2020 года. Редких, нечастых штемпелей. Вот. Попадается ли в ваших регионах еще в сохране ранние года. Ну, и прочие нюансы. До новых встреч. Всем пока.